Сегодня мы прибыли на юг Джобара, чтобы задокументировать продолжение операции по освобождению комплекса зданию автодороги. Так заканчивают свой путь в Сирии наемники. Когда они погибают, их сжигают или делают все, чтобы тело было невозможно опознать. В этом случае головы были отсечены и унесены. Тела сожжены с помощью автомобильных покрышек. Эти люди стали жертвами прозападной пропаганды и пошли воевать за лживые идеалы на чужой земле. Они бросили своих родителей, и вот их конец. Террористы делают это, чтобы через опознание власти не смогли вскрыть сеть поставки сюда живой силы для армии боевиков. Это здание граничит с перекрестком, за который вчера был бой. Здание в 4 этажа. Высота потолков примерно 3,5 метров. От этого здания до стратегического перекрестка, где вчера была проведена разведка боем, 60 метров. За этим строением вплотную прилегает еще одно. Относительно невысокое, но оно является доминантной над частным сектором. Рядом с этим зданием застройка частного сектора, и она вся под контролем боевиков. Выбить их оттуда – боевая задача армейских подразделений. Сейчас наносится удар по позициям боевиков в глубине Джобара. При достаточно неграмотном контингенте в составе террористов работают хорошие специалисты по ведению боевых действий в современных городских агломерациях. Обладая хорошими знаниями фортификационного искусства, боевики, изгоняя местных жителей, сооружают из жилого массива единую крепость, связанную подземными ходами, траншеями и проходами в стенах зданий. Танкисты проверяют системы своих боевых машин, а я устанавливаю камеры. У нас у всех своя работа, но одна цель – вернуть в Сирию мир и процветание, где есть место всем людям, вне зависимости от вероисповедания и национальности. Ела, а ты взял батарейки личные? Есть, есть. Давай. Осторожно! Да-да-да. Я с офицером направляюсь вперед. Перед ним стоит задача координировать самоходную артиллерийскую установку для подавления огневых точек противника в согласовании с штурмовыми подразделениями. Привычная картина войны. Там, где положено учиться детям, сегодня приходится нести службу солдатам. Боевиков отсюда выбили. Они унесли арктехнику и прочие материальные ценности, какие нашли в учебном заведении. Экипаж самоходки занимает места в своей машине. Все готовы к началу работы. Соседнее здание закрывают обзор, и поэтому работать надо будет из двора школы.
Давай отходи назад. Быстрее. Пусть равняет насыпь и отходит. Быстрее. Этому фронтальному погрузчику в полевых условиях забронировали кабину и приняли в строй. Сейчас водитель этого погрузчика возводит и равняет насыпь для самоходки, чтобы вести огонь по террористам через забор школы и поверх частного сектора. Эти высотные здания находятся под контролем сирийской армии. Оттуда тоже ведется огонь по противнику. Насыпь готова. Теперь танкисты и артиллеристы могут вступить в бой. Орудие «Акации» в 152 мм обладает достаточной мощностью для подавления огневых точек террористов за частным сектором. Но бронирование у самоходки слабое, а дистанция до противника не более 200 метров. Ближе, чуть вперед давай. Отлично. Вот и танкисты получили приказ готовности. Все занимают свои места в боевых машинах. Ближе, чуть вперед давай. Отлично. Давайте, давайте, пусть танкисты начинают. Пусть работают. Танкисты выдвигаются вперед для нанесения удара по террористам в частном секторе. Огонь! Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Анна Ньюс, Дамаск, Сирия.